телевизионный канал «Реальность ТВ». Телевизионный канал «Реальность ТВ». Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие друзья. Сегодня я вновь выхожу в эфир и представляю третий выпуск моего телевизионного интернет-канала «Реальность ТВ». Первые два выпуска вызвали бурный интерес у моих друзей, подписчиков и коллег, и вы прислали мне очень много разных предложений, как улучшить и сделать канал интересным. Я благодарю всех за отклики, за внимание и постараюсь использовать все ваши предложения, чтобы мой канал был вам важен и интересен. А сейчас, по традиции, в начале моего выпуска я представляю последнее известие. Израильские военные опубликовали фото и видео, на которых, по утверждению израильских военных, показаны туннели Хамас под больницами Газы. В Великобритании 16 ноября вышла первая часть финального, шестого сезона сериала «Корона», последние шесть серий выйдут в декабре. Возможно, самый грустный эпизод, в центре которого гибель принцессы Дианы. Впрочем, это тема и первый большой провал всего сериала. Безусловно, принцесса пользовалась огромной любовью, но попытка ее чуть ли не канонизировать была лишней. Ну вот, дорогие друзья, я представил вам короткие последние известия, а сейчас хочу прочитать вам свое стихотворение, которое я написал несколько дней назад в свете горестных, трагических событий, происшедших в нашей стране. В романтической Хайфе лучистой, нежестокой, преступной войны, безмятежной ночи серебристой, мои помыслы грусти полны. Сотрясаясь от горечи гневной, от безудержной боли взрывной, от трагической скорби душевной, я в безумной руши покой. Душу рвут оголтелые речи безобразных кровавых вождей, и горят поминальные свечи на могилах невинных людей. В заключение моей передачи я хочу вам пожелать мира, добра и любви. Thank you.